Мы что-то аквариум брали, рыбки здесь брали и ходили с Сергеем Петровичем сюда тоже потом. Он рыбки выбирал. Не надо говорить о Сергее Петровиче. Сейчас он нам напишет. Сейчас он нам напишет. Мне это не интересно. Не Но интересно. Если вы сейчас вы нас, меня интересно. Выведите на базар, я вообще офигею туда от вас. Потому что мы с Юлей брали здесь. Все. Хаура сюда. Хаура. Окей. Göster, dördü saatten orada balıklar satılıyor. Окей. Все. Грация, мили, грация. Все, мы сейчас будем бумажку показывать. И нифига себе это дело. Дитрина, я вот знаете, с вас поражаюсь постоянно. Ну да, поражаюсь. Чего, мы сюда пришли, рыбу купили. Я еще помню, что я накупила, прям много я взяла. Один прилавок и полно рыбы. Понимаете, 100 лир, какое платьишко хорошее. Я себе внучечку хочу, Татьяна Дмитриевна. Внучечку, посмотрите, какая красота. Ой, такие носики бы маленькие бегали, голубоглазая бы девочка бегала, белобрысая. Еще все впереди. У меня в 50? Да. У тебя еще внуки будут. Не, внуки, конечно, будут. Сашка тебе рубит обалденную девочку. Угу, кореглазую. Красивую. А вот мясо, да, мы здесь я брали. Да, это видишь, это не то. Это видишь вот? Чуть-чуть. Ну, он, как он сказал, 4 перекрестка. Нифига себе. А я еще стою, спорю, говорю, нет здесь, Юля. Да, она да, говорит, Марина, здесь и овощи, и фрукты, говорит, и рыба, говорит. Ее, говорит, много, там прям базар, говорит, целый. Ну, сейчас будем показывать, сейчас мы еще не прошли. Слышь, как нафталина, запах нафталина. Угу. Они здесь. Девочки, главное, животы втянули, лопатки соединили, все. И уверенная походка. Кто может? Кто может? Кто не может, убить я свободу. Не, у меня, я ж на этой неделе сказала, я вино ж не пью. Да, ну, конечно, жаль, чему не поспорили. Почему? Я же сказала, что если я провинюсь, то 500 лир с меня. Все, тогда тебе конец вообще. Ага. Еще и проценты будешь выплачивать. Не-не, мне надо, чтобы пир живота ушел, поэтому. Угу. Так, давайте, наверное, сейчас на каком-то переулке это покажем, да? Еще пока идем прямо. Вот как оно у них все висит, оно пылью не набивается. Спросим у этого. Пойдем. Да, я в этом платье на море и в город, и на вечеринку. Ну, не знаю, оно... Девушки, мы с вами его покупали, наверное, лет 5 или 6 назад. По-моему, это Zara. Оно такое легкое, этот сарафан. Что, ну, я не... Вот в этом сезоне я прям с него не вылазил. Полотенце. Мы только что смотрели, я не знаю, если это в кадр попало, если я снимала. Полотенце дороже, чем в Пушадасах, где мы бы отдыхали на курорте. Все, а тут мы его показываем, да, потому что надо будет свернуть. Вот мужчина. Сори. Я, кам. Ага, кам. Боже, зачем они нам нужны, вот эти вот поручители наши? Мы сами до Африки дойдем. Что он сказал? Запах рыбы слышу. Все, забираем свои слова. Держите бумажку, не потеряйте, на следующий раз нам пригодится. А он показал прямо эти, да? Ага. Помидоры, которые по 10, 10 20, лир, 20, ну, авокадо. Тут, да. Ну, базар этот начинается с самого утра, поэтому тут уже, конечно, но я думаю, что они тут целый день стоят. Да, да. Вот он базар. Мы в этой части никогда, ни, за год не были. Ага. А я была, я мгновенно. Тот, кто хочет, тот найдет. Персики Сандра покупала на днях вкуснейшие, но она в Мигросе, по-моему, брала. Давайте по ценам сориентируем девочек. 179 вот какой-то Сивас.
Gülsavlar, hoş geldin. Sen misin Gülsavlar? Kalite var, kampanya var. Burası abi. Ну все, она не заканчивается. Вы правы, все, забирай слова обратно. Я с вами еще спорила, думаю, нет, ты посмотри на нее. Посмотри, какая тупая. Думаю, Юля меня сюда привела. Мы купили, ушли, думаю, какую рыбу она хочет. Красиво лежит, так у них 80 по 100 килька, этот хамс. Буйрин. О, дорада, дорада сколько? Это, смотри, какая большая дорада, Татьяна Дмитриевна. Она прям нет, огромная. Она такая не нужна. У нас в семье сколько душ? Да, много сейчас людей. Не, завтра же уезжают. Завтра уезжают. Вот эту мы, наверное, возьмем. Я не знаю, правда, какая она. Кило 70. Ну, давайте пройдемся, мы же только зашли. Мы сейчас туда, потом туда. Да, вернемся. Да, да. А говорит, вернетесь? Я говорю, вернемся, вернемся. Интересно, цены, в принципе, они одинаковые, наверное. Ого, какая большая. Пардон. Нам надо, чтобы меньше косить. Ой, а я люблю сальмоны, я обожаю красную рыбу. Кирилл делал на той неделе, запекал. Он в духовке запекал, наверное, Кирилл, да? Фольге принес. Я не знаю. А, да, да, да. Он же там... вот, смотри. Боже, какой огромный, красивый. Смотри, какая рыба. Но это костляшка. Ну так они все костляшка по такой цене. А, да? Чтобы накормить такую группу, надо... Не что надо, вот такого кабана брать. Буйрин. Хорошо. Вот я обожаю рыбные отделы мясные. Он как тесто делает, такое тонкое-тонкое. То есть кальмары. Ага, вот моя любимая балык. Сколько он, я не вижу. Сальмон. Самон. А, на турецком самон, а на итальянском сальмоны. Цена не видно. Ой, кошара, смотрите. Вот это когда-то такую рыбку брала, между прочим. Ля-ля-ля-ля, Татьяна Дмитриевна. Все, здесь мясо пошло. Нет? А зелени мы накупили, кстати, зелень лежит, ее надо перебрать. И тоже сальмоны лежит, а цена не написана, цены не видно, не вижу цену. Ну что, пойдемте у этих первых купим тогда, что мы? По 20 персики здесь. Черешня 70, это, наверное, вишня. Вишня по 70, это мы брали там, даже на рынке, но мы черешню брали по 100. Ну, там вот 90. Там, кстати, на выходе стоит грузовик, она прям пахнет, девочки уже бродит, как брашка. Боже, как какой-то грязной водой ее поливают. Посмотрите, Татьяна Дмитриевна. Нет, давайте тут не будем брать. Глянь, какая рыбка. По 35. Угу. Она, кстати, по-моему, Юля брала, вкусно ее делают во фритюре. И вот сальмон. И нигде на сальмоны цена, ни цена не стоит. Нигде. Дорада, видите, дорада. 200. 200 кило, на килограмм. Давай возьмем огурцы, потому что их нет. Уже закончились, да? Не знаю, не лазила вчера в холодильник. Я знаю, что закончилось. Маша ест хорошо огурцы.
прям как я, вот любительница, взять огурец и пойти по квартире. Мне тоже нравится больше, чем помидоры. А Саша маленькая была, она прям помидорница. Она, и итальянцы на пляже говорили, мы никогда не видели, чтобы так ели помидоры. Она прям рот открывала и прям в него вонзилась, этот помидор большой. Татьяна Дмитриевна, что мы берем? Я хочу взять две грудочки. Ломся, не собирай, там здесь? Там две? Какую грудочку? По 75 почки печень. Блять, мы без знания турецкого хорошо справляемся. Я вспомнила, девочки, я вспомнила, почему я деньги отправила детям туда, потому что я туфли продала. Туфли я ж привозила тигровые. Вот мне деньги отдали за туфли и плюс... Ой, гляньте, ой, красавелла. И плюс я же везла стразы на костюм девочки. И она расплатилась за стразы, которые я ей показала. Я зашла на Амазон, показала ей свою корзину. Там написано число какого. Но хотя она меня не просила, но это так. Я говорю, давай сделаем. Давайте я сумку понесу вообще. Дайте мне сумку. Сейчас идем. Ты слушаешь комментарии. Татьяна Дмитриевна носит большие сумки. Татьяна Дмитриевна. А я не видела такой, какие, да, такие комментарии. Не, ну пусть пишет, а что теперь, Татьяна Дмитриевна, не носить сумки, пусть носит. Я привыкла. Мне очень даже нравится. Мы все тогда, кстати, если они за тот базар, за пьяное утро, то все несли сумки. Мы же сказали, что вернемся. Мы же рыбу не купили. Ну да, рыбу не купили. И пошли, девчонки. Ну мы сейчас где-то посидим, да, Татьяна Дмитриевна? Да, вот пришли. Правильно? Не, мы не здесь были, не, вот там мы были. Да, вот, вон, стоит. Видишь, мы же пришли. Видишь? Видно, что папа, да? Папа? Баба? Похоже, похоже. Да, похоже. Так. Много костей, как спросить? Надо только через Google переводчик. Написать через Google? Да. Через Google я спросила, он показал на вот эту вот. А сколько кило? 1 кило. Сто. Сто. Ну давайте возьмем эту. Кило, 1100 лир, нормально. Давай. Давай 2 килограмма, да. Там гавриков столько. Бля, чеки не дают. Вот как скидываться? Я сейчас скажу, пусть скидываться. Да, да, да. Видишь, они все без чеков, Татьяна Дмитриевна. Чека вообще нет. Ну, какие чеки на базаре? Тебе на базаре в Украине дают чеки? А в Италии когда дают. Да ты что, продают, собственники дают тебе чек. Нам чеки даже за сумку дают. Ой. Даже за колечко. Ну, это Европа. Значит, что я могу сказать? Так они как налог платят потом. Я уже комментариев начиталась просто. Говорит, Марина, вы работаете? Я не работаю. Это такое слово рабочее, работа. Я не работаю. Я поддерживаю фигуру. Спортом занимаюсь. Я читала комментарии. А там у меня уже все ноги в рыбе. Пойдем, сядем. А зачем? Оно что в чешуе. Садись, так сейчас не буду. У меня красиво этот царапан. Мне, кстати, все за него говорят, что плохо. Садись, я хочу заснять. Я хочу заснять, как он чистит. Видите, как полива. О, грация, миле, грация. Грация, сэджентили. О, какая попочка пошла. Это сложно для моего ума. Очень сложно. Да, конечно. Я же хочу заснять сам процесс, как они чистят. Не придуривайся, отсюда будет видно, Марина. Лучше посиди спокойно. Покурим, посидим. Вы хотите, может, вам попить что-то купить какая-нибудь? Нет. Ну, потом выйдем отсюда, я запах рыбы не очень переношу. С чаем и с кофе он несовместим. Слушайте, мы можем где-то посидеть покушать? Я что-то просто кушать не очень хочется, потому что жарко. Ну, как ты можешь не кушать?
Конечно. Я, кстати, вчера икру поела, вкуснятина. Я с лучком еще, наверное. Сейчас, девочки, сейчас посмотрим, если отсюда будет видно руки, как чистят. Ну, чистят так профессионально, так быстро. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, приятная семья. Отец с отцом очень... Вот, отец с отцом, говорю. Сын с отцом, бизнес. Да, кстати, нам... Сидим, быстренько, пеленочку почистили. Сидим, на всякий случай. Ну, да. Молодцы. Ну, идет, улыбается. Нам все улыбаются. А что там не улыбаться? Потому что мы сидим как на выставке с тобой. Дефилируем здесь себя. Так, видите, он мне салфеточку принес. Видите, как быстренько. Раз, 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 раз. Это ж, наверное, для ресторана чистят. Что надо давать, говорите? Подержи. Не надо ничего давать. Просто мы хотим положить рыбу сюда. Держи все. Сейчас. Вот это все. Вот это все. Дайте мне ручку. Держи. Угу. Молодец. Мама? Нет, мама? Нет. My friend мама. Аш. Аркадаш. Мама Аркадаш. Видишь, я уже сообразила. Аркадаш мама. Грация. Зачем нам турецкий? Нет. 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 Я не видела, во-первых, этот комментарий. Во-вторых, у нас у всех сумки были распределены по рукам. Я даже считаю, что это неправильно, что там кто-то возмутился. У всех сумки были полные. Вы так спросили, как будто поняли. Ой, что-то мне не нравится его лицо. Говорите, Диана Дмитриевна. Я говорю, что разные продавцы есть. Есть продавцы, которые стараются тоже как-то. Вы же когда покупаете товар, вы и вас обманывают, вы не ругаетесь на них? Куда мы идем, Татьяна Дмитриевна? На выход? Теперь мы выходим. Да, мы уже купили. Не будем нигде, не посидим, лимонада не попьем? А, можем посидеть. Только... Вот там, нам туда, на выход. Если к тому мужику, где вот там Юля все время сидит. Но я не помню, если там лимонад. Есть. Есть, да? Есть вообще лимонад в одном месте. Конечно. Идите в тенек, идите сюда, вот под навес. Боже, брюка, как же им не жарко, как они в эти джинсы влазят утром. Не могу понять. Двести. Правильно, правильно. 2 килограмма. Ой, ля, лежит прямо. В Кушадасах такого нет. Здесь коты как-то... Подожди, Мариша. Вот мы шли по этой улице. Ты поняла? Мы шли по этой улице. Да. Ты мне сказала, неожиданно, нам до конца. А нам надо было свернуть в переулок. А мы шли, ты по этой улице? Ну, конечно. Вот чемодан. Вот кот, которого вот ты видите. Снимала. Я уже даже не помню. Даже... Марина. Вот кот, которого ты снимала. Ну, я не... в любом случае, я не знала, что здесь есть прям рынок. Вот она меня привела тогда в одно место, и все. Потому что она сама. Не знаю, да? Наверное, я не знаю. Не, я думаю, что она знает. Она просто... Да, знаешь, просто некогда. Просто взяла там, где удобно было, и все. Что там, я уже захотела в Кушадасы, а вы? О, знаете, просто клубничка понравилась. Какой у Маши размер? 30? Давай купим. Да я куплю. 34. 34. Я так 33, наверное. Не, мне просто, я понимаю, что это да, клеенка, вот но а мне понравилась клубничка. Покажите на пальце 34 ему. Ему, он смотрит.
Все денежку достану. Мимо проходили, цвет красивый. Люблю такое, себе такое взяла. Так, сумку не трогаем. Да, ее никто не трогает. О, окей. Там написано для бестолковых. Ну, все. Сэнкью. Красивые, да? Да. На по дому побегали. Ну да, у клеенка, ну а что делать? Красиво. Красиво. Еще целый месяц Не-не, симпатично. Клубничка мне нравится. Хорошие. Вот вам бы тоже такие, вот как у меня мыльницы розовые. Мне тоже тапки надо купить, потому что я не могу ходить по этому полу. Здесь, подожди. Здесь, мне надо знаю, тапки домашние. Ну дайте я пройти туда. Дайте я пройду. Резина и пластик. Ну, конечно, в этих, которых я хожу по дому, мне неудобно, они громоздкие, я все время боюсь собаку задеть. А на пляж они классные. Ну, давайте я вам сделаю подарок. Давайте вот такие тогда. Вот так. Я хочу, давайте вот такие с цветочками. Ну, конечно, есть красивее, есть красивее. А зачем они надо красивее? Какой размер давайте мерить? Такие именно? Фиолетовый, конечно. Ну, если делаешь подарок, то, конечно, только фиолетовый. Это даже не обсуждается. Ничего страшного. Нет, я говорю, что трудно было. Но они удобные. Подожди, для кого удобнее? Не, ну я уже второй год в них хожу, я их с Турции, Марина, брала. Ты сравнила мои ноги? Садитесь сюда. Садитесь, моя покореженная Татьяна Дмитриевна. Как вам идет фиолетовый цвет? Да, конечно. Особенно на пальцах, которые... А ну поднимите штанину немножко. Нет, они это... Жмут. Ой, как красиво смотрится. Мадонна моя. Там у него написано. Сейчас я посмотрю, какой цвет. Сейчас давайте спросим у него. Мужчина, мы подожди, тут вообще... Вот цвет я что не спрашиваю. Как, что там написано, не видно? Мы приходим, блядь, и сюда приходят все. Всегда. Как не зайдем в какую-то лавку после нас очередь? Number. Уже сиська вилізла. Давай 39-й попробуем. 39. Мадам. Мадам. Не, я не хочу эти, это некрасивые, Татьяна Дмитриевна. Не-не-не, нам Марина, вот такие. Мне надо такие. Вот такие. Мне надо те, которые удобно моей так, ноге. Цвет, так пусть даст размер такой, Марина, же. Ты покупаешь или что ты делаешь? Ну тут просто какие-то бижутерия какая-то есть. Причем бижутерия, если палец упирается, я не смогу. Больший размер пусть найдет. Вообще не смогу носить. Что, а внутри как пулара? Я соберем сам. А такие, Татьяна Дмитриевна? Татьяна Дмитриевна, вот такие, смотри. Стрессам бундан берем. Вели берем, бахтухалы берем. Не? Шлепками, не? Как он шпилит на русском, это футболка. Вы идите, говорит, пейте лимонад на русском. Тут здесь рядом кафе. А потом говорит, идите. Да, потом это все на русском говорит, с акцентом, ну, прикольный. А потом говорит, идите, говорит, в русский, этот в русский, говорю, в магазин вот этот. Вот я мерила когда-то платье. Мы с вами здесь мерили, у меня даже видео есть, и конечно. И мне ни одно платье не подошло. Это такой степени жирное. Пойдем. Мы, это ужас. Закрасный. Давайте зайдем, может быть, мы похудели в этом году. Нет, я не похудела и... И не собираетесь? Нет, не собираюсь. Чуть-чуть. Посмотрите, вот на море вам одел и пошел на купальник. Да, это, понимаешь... Осень-зима называется. Одел и пошел. Жарко, да?
как ты думаешь? Я не думаю. Думать это не про меня. Длиннючий халат. Посмотрите. Платье с рукавом. А я такое вперед, бабское люблю. Видно, как пись. Если бы она еще была... Не, она, кстати говоря, штабель. Посмотри, какой отдел. Мне вот это платье нравится. Кто ж мне звонит с 02 по Турции? Мне вот эта вот платьичка нравится. Видишь, как давайте красиво. Зайдем посмотрим. Легенькая, симпатичная. Давай, пошли. Такое. Ну, такое мы все равно гуляем, все равно все спят, что мы как две прачки пошли, блядь, на свои деньги скупили. Сейчас придем, приготовим, что это такое. Девочки, это я специально перед вами ворнякую, потому что я за справедливость. Все, ничего не знаю. Сейчас скажу, сколько потратила, и пусть все скидывают. Давай выйдем с этого магазина. Давайте. Почему? Дорого? Пойдем. Дорого, да, Татьяна Дмитриевна, для базара? Ну, конечно, дорого. Ой, ну шикарно, конечно. Какое хочется что-то для этого, для пляжа. Ну, это, шикарно. Понимаешь, такая вещь, я бы могла ее сама пошить. Что здесь, со всех сторон, смотрите. Мы такие шили, детям распашу. Ну. Просто интересно, сколько она стоит. Какая расцветка интересная. Морю? Нет, после моря. Я ну что, мы меряем что-то или никак? Нет. Музыка лезла в голову. Нелли, Нелли, у Шадарсах были, ага. В Шадарсах они дешевле вещи почему-то, понимаешь? Потому что в Шадарсах и полотенца дешевле, хотя да, курортный да. Город, казалось вот бы. Вот симпатичная вещичка, конечно. По она не короткая? Ну, это на море. Короткая. Только покажу я, значит, мама купит. Голубой юлин цвет. Ну, она бы такой фасон не носила. Я знаю, что и зеленый нравится. Так ничего тут не носила. Я говорю за цвет. Я знаю, что и зеленый. Ну, какая шляпа, девочки, смотрите. Сейчас спросим. Я думаю, что нам надо было вот туда вот сворачивать. Там уже... Татьяна Дмитриевна, вот сюда, на подарочный плед. У меня такой есть дома. Мне София тоже сказала, привези. Я говорю, я не буду, у меня перевес будет. Говорю, я не буду вести тяжелое. Вот это вот мое, видите, халатики, девчули. Я две пижамы выложила перед отъездом, не взяла. Подумала, ладно, наверное, они мне не пригодятся, если что, здесь подкуплю. Не, пойдемте, мы здесь ни разу не ходили еще. Пойдемте, может, какой-то сарафанчик посмотрим. Мы не взяли, Татьяне Дмитриевне, обувь, они неудобны нам. И вот я думаю, где-то здесь налево будет кафе, нет? Ну, давайте сюда. Боже, сколько красоты в одном человеке. Да вообще, смотри, я сколько золотых сережек. Кстати, Татьяна Дмитриевна, можно я скажу, да, что вы только недавно прокололи сережки? Больно да, было? Я проколола уши 12 июня перед своим днем рождения. И вот это они у меня никак не заживают. Я одела золотые, у меня вот такие вот, вот такие. Говорят, вот. Что надо слюней голодной да, смазывать. Да, да. Ага, мне да. Бабушка говорила. Ну ясно, да. Бабушка говорила. Сейчас это не все времена. Ну да. Мне надо какие-то такие не очень. Сейчас. Это мы с Татьяной Дмитриевной не ищем, а идем в кафе. И у нас есть свои ориентиры. Чемодан на углу фиолетовый, там, я не знаю, платье черное в витрине. Да, там для обрезания вот это вот мальчиков это, костюмы. Я говорю, зачем нам кто-то? Мы сами себе путеводители.
Никто никуда не... Видите, никто никуда не спешит. Вот мне нравится вот это. Какой? Красненький. Платьишко вот это? Вот это. Давайте такое спросим, сколько оно. Да я просто. Да ну просто что? Так и я просто. Что? Все равно по базару ходим. Что мы ничего не спрашиваем? Так, ладно, пошлите. А? Здесь мы не проходили, значит, где-то поворот налево был. А вот, смотрите. Сейчас мы здесь и свернем куда-то, наверное. По-любому, или здесь, наверное, вот там эта лавочка его. Но мы уже все, мы уже здесь, Татьяна Дмитриевна, мы вот в этом районе. Вчера мы проходили здесь, у меня есть видео, позавчера я еще столики снимала, сказала, это очень атмосферно. Я вот этим кроликом, вот этим кроликом я чуть не дала 50 евро, когда подумала, что это 50 лир, бляха-муха. Хорошо, что Аиша достала деньги, говорит, у меня есть мелочь. И потом только до меня дошло, что я в руках держу 50 евро. Я с этими 50 евро вообще прям дизастру. Да, всем хочу дать. Все, здесь мы не были, это все там. Все правильно, это там. Ну что, калорий сжигаем, молодцы. Это мы не здесь, это точно. Пойдем назад. Чем вы мне нравитесь, что мы с вами очень много ходим, и вы не говорите, все, я не могу, мне пофиг, давай сядем здесь. Мы идем к цели. Но мы найдем его. Но мы здесь были. Не, ну там, и, во-первых, это Юля не знает, и ваши знакомые, он вас тоже знает. Обслуживание хорошее. А, там мы сейчас выйдем, мы кружимся здесь. Вот мы здесь кружимся, может он там. Но это мы точно проходили, я еще снимала эти кресла. О, как хорошо вентилятор дует. Аж платье задуло. Кстати, девочки, я заметила, что я в этом сезоне практически не ношу очки для от солнца. То есть я вот иду по базару, на мне очки сверху одеты. То есть прям как-то они не раздражают мое яблоко глазное. Ой, какая здесь интимная обстановка, красиво. Белиссимо. Ну, грация, грация. Итали, Итали. Русска, ты русска. Русска под русска. Как от Москвы. Вот тут можно бы, конечно, было даже посидеть. Есть красивые турки. Вот, мы вошли в нашу стихию. Очень красивая улица. И вот здесь где-то был этот мужик. Нет. Я еще сказала, посмотрите, горят мы огоньки. Мы не были никогда. В эту красивую улицу ты вошла. Лично, да? Спасибо. Спасибо. Да. Да? Идем да. Туда, да? Ой, как хорошо раздувает. Ой, какое шикарное атмосферное место. Татьяна Дмитриевна, давайте сядем здесь. Смотрите, какой дождь идет. Давайте. Вот туда, пойдем, по-русски, который говорит. А там есть у него дождь? Распылитель такой есть? Боже, какая-то улица красных фонарей. А, ну давайте, о, давайте тогда тут. Нам надо, чтобы на нас дуло. Они нас потом, они нас обдурят сейчас. Они нас не обдурят, Татьяна Дмитриевна. Татьяна Дмитриевна, они же думают, что, они то, что они думают, они видят, что мы иностранки. Они сейчас нас сдерут вдвойне. Что? Нет, мне лимонад. Лимонад. Лимонад.